Доброе утро, друзья! Сегодня воскресенье, 15 августа 2021 года. Я на своей любимой месте отдыха. Это баня моя. Туда по дороге делаю интересные снимки ягодок, грибочков, того, что сейчас дарит Сибирь. Сибирь, я думаю, что это еще очень большая территория, которая не освоена достаточно хорошо человеком, как говорят, не оккультурена, вот, и много в ней именно истинного. Процессы здесь идут естественные, вот, и здесь мне очень нравится, здесь спокойно и душой, и телом. Ребята, приветствую! В здоровом теле здоровый дух! Чтобы хорошо закалиться и почувствовать матушку природу Сибири, надо окупнуться в местной горной речке Тырода, Золотоносной. Вот, процедура. Камни внизу, вода холодная. Прямо как иголочками. Фу! Раз, два, три! Фу! Ребята, нам подарила Тырода вот таких вот хоризочков. Хорошенькие такие хоризочки на ушицу. Вот. Поймал многоуважаемый дядя. Не будем говорить, кто. Дяди! Так мы разделываем хоризочков для ушицы. Будем делать ушицу.